Здравствуйте, дорогие земляки! Здравствуйте, потомки повелителей Победы! Вновь, как 75 лет назад, 9 мая, мы собираемся вместе, чтобы наполнить свои души и сердца благодарной памятью о великой дате. Проникнуться негаснущей гордостью за своих родных и близких предков, давших нам мирную жизнь на полях сражений и на трудовом фронте. Подаривших нам ценой своей жизни, здоровья, неимоверных усилий этот великий праздник со слезами на глазах. С Днем Победы, дорогие сокольчане! Сегодня, в этот светлый праздник Победы, мы не можем собраться все вместе и поздравить наших уважаемых ветеранов. Но остаться в стороне мы также не можем, потому что нас воспитывали относиться к такому празднику с уважением. И сегодня работники культуры представляют новый онлайн-формат мероприятия под названием «Марафон Победы. Мы мир храним, пока мы помним о войне». По сложившейся традиции я с удовольствием предоставляю слово главе местного самоуправления городского округа Сокольский Игорю Валентиновичу Боброву. Спасибо. Уважаемые участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, дорогие сокольчане и гости нашего округа. 9 мая – священный день для России и каждой ее семьи. Это праздник, объединяющий поколения. Это день великой радости и глубокой скорби. В этот день мы вспоминаем своих отцов и дедов, всех, кто самоотверженно защищал Родину, неутомимо работал в тылу, лечил и выхаживал раненых в госпиталях, преодолевая тяготы военного времени. Мужество, стойкость и несгибаемая сила духа советского народа позволили сломить грозного врага, отстоять свободу и независимость родной земли. Дорогие наши ветераны, спасибо вам за спасенную страну, за возможность жить и трудиться под мирным небом. Низкий поклон вам за бессмертный подвиг, здоровья и долгих счастливых лет жизни в кругу родных и близких людей. С Днем Победы! Игорь Валентинович, я благодарю вас за поздравления и хочу задать вопрос. Расскажите, пожалуйста, а как шла подготовка к празднованию Победы в нашем городском округе? Подготовка к празднованию 75-летия Великой Победы нашего народа началась задолго до 2020 года. В 2018 году мы подготовили проект, это благоустройство парка Победы, который заложили наши отцы и деды в 1967 году.
была сделана его полная реконструкция, помимо той же реконструкции, которая была произведена как самого мемориала, также были намечены планы работы, это в том, чтобы все-таки 75 лет, это уже дата серьезная, все меньше и меньше становится у нас живых свидетелей тех событий, это непосредственно участников Великой Отечественной войны, и если в 75 году мы зажгли, обозначили, наверное, правильно бы сказать, вечный огонь, то все-таки сегодня у нас появилась возможность зажечь вечный огонь именно в эту дату на постоянной основе. Эта работа была начата в 2019 году. Сегодня она подошла к своему логическому завершению и надеюсь, что 9 мая 2020 года будет реализована. Скажите, 9 мая мы празднуем День Великой Победы. А как он вошел в вашу жизнь? И что этот праздник значит для вашей семьи? Ну, праздник Великой Победы, он, наверное, не обошел ни одну семью. Если брать непосредственно наш Сокольский район, то больше 6 тысяч человек у нас ушло, были призваны вооруженные силы. Из них большая половина, практически 3 тысячи человек, которые не вернулись с фронтов и с полей войны, не обошла, к сожалению, скорбная чаша и нашу семью. У моего деда Боброва Ивана Яковлевича было 4 брата, все вместе с ним, все они прошли через горнило этой войны. 3 его братьев, старший, средний и младший, не вернулись. Один из них погиб, старший, в 41-м году в Ростовской области. Средний брат его погиб и захоронен в Ленинградской области. А младший брат, который дошел практически до конца войны, погиб он 23 февраля 1945 года и похоронен в Польше. Также у бабушки Анастасии Андреевны погиб также брат, который защищал Сталинград, погиб он в Сталинграде, захоронен под Сталинградом. Поэтому я считаю, что мы должны все, я непосредственно и все мои дети, сделать все, чтобы подвиг их был вечен и он не был забыт. Потому что они отдали самое дорогое — жизнь — для того, чтобы мы сегодня могли жить и трудиться. Большое вам спасибо, Игорь Валентинович. А нашу праздничную программу продолжит песня «Бессмертный полк» в исполнении Сергея Гордеева. Течет река бессмертного полка по улицам, проспектам, по стране. Шагают в ряд с портретами в руках потомки победителей в войне. На старых модах вечно молодые, свое оставив факту в небеса. Шагают с нами предки, как живые. Течет река бессмертного полка. Течет река бессмертного полка. Течет река, и нет конца колоннам. Шагают в ряд и маршал, и солдат. Из фотографий лица, как с иконы, не закрывая глаз, на нас глядят. Шагают с нами смертью след по праву, как в 41-м мир прикрыв собою. И наша жизнь не кончится пока. Течет река бессмертного полка. Течет река бессмертного полка. Что мир спасенный не забыл героев, идем взорвав забвенья тишину. Проходит вечность, полк бессмертный строем, идет сражаться за страну. Погибших души с нашими сливаясь, полной вскипают прежде.
хотелось бы жить в мире, совершенно свободном от войн и насилия. Об этой благословенной мечте, едва ли не для всего человечества, можно много размышлять. Но, к сожалению, в мире много военных опасностей, и поэтому, наряду с мирными тружениками, нашей стране нужны воины для защиты родного Отечества. Во все времена все народы защищали свою страну, поэтому и мы должны быть патриотами нашей Родины. Воин живет в каждом из нас, рядом с отцами, дедами и старшими братьями. Мужают повзрослевшие дети, становятся солдатами, защитниками Отечества. Предлагаем вспомнить наших героев-земляков, сражавшихся на полях Великой Отечественной войны в 1941-45 годах. Это произошло в районе косы Фришне-Рунг за несколько дней до победы. Был на редкость сильно укрепленный район противника. Необходимо было нанести удар с моря. Для задания были выбраны несколько человек, среди которых был старший лейтенант Леонид Круглов. На подготовку операции сутки. Группа десанта переправлялась на катере. Когда подошли к берегу, штурман шепнул Круглову: «Подходим». Через несколько минут бой гремел в траншеях. Не выдержав стремительного натиска, фашисты отступили, но вскоре предприняли контратаку, чтобы сбросить в море передовую группу десанта. Силы были слишком неравные. Однако все попытки гитлеровцев не имели успеха. До подхода других катеров старшему лейтенанту Круглову пришлось отбить 7 яростных контратак. Своими решительными действиями он увлекал подчиненных, показывая пример стойкости и героизма. В этом бою Круглов уничтожил около 40 вражеских солдат и офицеров. Он блестяще выполнил задание и заслуженно награжден званием Героя Советского Союза. Много военных дорог пришлось пройти нашему земляку Соколову Александру Николаевичу, уроженцу деревни Коренево. Привыкший к напряженному труду в колхозе, он и на фронте действовал упорно и настойчиво. Начав с обороны Москвы в 1941 году, к 43 году он стал командиром пулеметного отделения 144-й дивизии и за освобождение Вильнюса был награжден орденом Красной Звезды. Но самое трудное было впереди. На подходе к реке Неман один из штурмовых батальонов получил задание переправиться на западный берег, захватить плацдарм и обеспечить строительство моста для переброски советских войск. Это опасное задание было поручено сержанту Соколову. В ночь на 26 июня сержант Александр Соколов с 5 бывалыми солдатами бесшумно подобрались к вражескому берегу. Выйдя осторожно из лодки, группа приготовила гранаты и прислушалась. Вдруг в тишине застучал пулемет. Еще минута, другая, и закипел бой. В блиндаж полетели гранаты. Боевое охранение противника пало. Огневые точки взорваны. Немецкие солдаты попытались контратаками сбросить смельчаков в воду, но те стойко удерживали отвоеванный кусок земли. Путь для форсирования Немана был открыт. За этот подвиг Александру Соколову присвоено звание Героя Советского Союза. Уроженец небольшой деревни Шевелихи Григорий Дмитриевич Кузнецов на фронт попал в знаменитую армию Чуйкова, в которой встретил свой победный день в поверженном Берлине. А до этого были ожесточенные сталинградские бои, за которые он получил медаль за отвагу. Потом еще одну за добычу важного языка, но главная награда была впереди. В ночь на 3 мая 1944 года уже за Днепром Кузнецов с группой разведчиков переправился через реку Ингулец. Высадившись на берег, он сбил боевое охранение противника. Метко брошенной гранатой он уничтожил засевших здесь с пулеметом 4 гитлеровских солдат. Двинулся к опорному пункту фашистов. Собрав около себя разведчиков, он разделил их на 2 группы.
Обойдя опорный пункт вместе с разведчиками, они забросали его гранатами и разгромили. Несмотря на потери, Кузнецов решил пробиваться дальше, оседлать железную дорогу и держаться до тех пор, пока не подойдут свои наступающие подразделения. На линии железной дороги Кузнецов не только нарушал движение помней вражеских эшелонов, вместе с тем он вклинивался в заранее подготовленную оборону немцев. Смелость и жажда победы непременно приносят успех. Умело маневрируя, Кузнецов атаковал второй опорный пункт, истребил 20 вражеских солдат и офицеров, взял в плен 6 из них. Григорию Кузнецову присвоено звание Героя Советского Союза. Свой боевой путь наш земляк Тюрин Александр Васильевич начал в рядах 240-го стрелкового полка 117-й стрелковой дивизии. Коммунист, помощник командира взвода, он отважно дрался с врагами, проявляя образцы мужества и отваги. Но в октябре 1943 года он совершил поистине бессмертный подвиг. Чтобы задержать наступление русской армии, немцы закрепились на выгодном рубеже. Их прикрывало самоходное орудие. Надо было уничтожить его и открыть путь к наступлению полка. Командир доверил эту задачу старшине Тюрину. Вооружившись связкой гранат, он осторожно пополз вдоль кустарника. Но вдруг его заметили фашисты. Он в одно мгновение окинул взглядом все происходящее, и гранаты одна за другой полетели в цель. Завязался неравный бой. Его окружали. Александр шагнул вперед и швырнул последнюю гранату. Вскоре рота перешла в атаку, и враги были разбиты. А когда бой отгремел, однополчане сняли пилотки и навсегда попрощались со своим верным и бесстрашным товарищем. Александру Тюрину посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. В жаркий день 20 июня 1944 года на Волынгуине перед первым батальоном 220-го стрелкового полка была поставлена боевая задача форсировать ночью реку Турья и захватить плацдарм на ее противоположном берегу, где обосновался противник. Первым на рыбачьей лодке переправился пулеметный расчет Ефима Солодова, занял огневую позицию и открыл огонь по противнику. Но сильный пулеметный огонь из ЗОТа не давал пехоте подняться в бой. Солодов приказал своему расчету вести беспрерывный огонь под ЗОТу, а сам взял 4 гранаты и по-пластунски заскользил по земле. ЗОТ умолк, когда одна за другой из рук Солодова полетели гранаты. Советские бойцы стремительным броском овладели первой траншеей. Немцы не могли возобновить атаку, потому что пулемет Солодова намертво прижимал их к земле. Вечером был переправлен второй батальон. Сержанту Солодову была поставлена задача занять оборону на высоте. Фашисты много раз атаковали, расчет Солодова погиб на этой высоте, но сам он продолжал разить врага. Его пулемет не умолкал ни на минуту. За этот подвиг Солодову Ефиму было присвоено звание Героя Советского Союза. В декабре 1944 года Ефим Михайлович был откомандирован на учебу в танковое училище. Он стал кадровым офицером. На реке Одер началось наступление частей 1-го Белорусского фронта. Перед 4-м моторизованным понтонно-мостовым Жлобинским поселком стояла задача навести понтонный мост. Катеру Семена Петрова предстояло перевозить собранные паромы. Одер кипел от вражеских снарядов и мин. Сновал поперек Одера Катеришка Петрова, таща за собой паромы. Во втором рейсе прямым попаданием снаряда катер был выведен из строя. Когда Семен очнулся, подумал, что же случилось. Хотел подняться, но не смог, был ранен. Тело тяжелело и налилось болью. Он немного приподнялся и увидел, что катер несет по течению, где были немцы. Семен хотел крикнуть, но боль сдавила горло. И тут он увидел растерянное лицо бойца.
Петров сумел прошептать ему, чтобы тот выбросил якорь. Когда он снова очнулся, то почувствовал, что катер стоял на месте, удерживая паром. За проявленную самоотверженность, мужество и героизм при выполнении ответственного боевого задания Петров Семен удостоен высшей награды звания Героя Советского Союза. Сегодня патриоты России нужны не меньше, чем в годы войны. Сегодня тоже идет бой. Бой за будущее страны, за будущее живущих в ней людей. Каким оно будет, зависит от тех, кто юн, кому предстоит во многом разобраться, все понять и взвесить, чтобы стать достойным сыном Отечества. Друзья, сегодня в нашем марафоне победы принимают участие все учреждения культуры. И наш Сокольский народный краеведческий музей, работники которого по крупицам собирают исторические материалы о том, как работали и служили в годы Великой Отечественной войны наши земляки, как они своими подвигами приближали нас к победе. Приглашаем вас на виртуальную экскурсию в зал боевой славы нашего музея. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады общению с вами в канун большого и радостного праздника 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 75 лет прошло с того долгожданного утра 9 мая 1945 года, когда в воздухе всеобщим ликованием пронеслось волшебное слово «Победа». В музее открыт зал. Мы этой памяти верны, где собраны материалы о том страшном испытании. Сегодня мы с вами совершим виртуальную экскурсию. Сокольский народный краеведческий музей бережно хранит память о наших земляках, ветеранах войны, которые с оружием в руках защищали нашу страну от фашистов. Тружениках тыла, которые своим трудом приближали великую победу. Великая Отечественная война продолжалась ровно 3 года, 10 месяцев и еще 18 дней и унесла 26 452 тысячи жизней. Скорбную дань заплатила и Сокольская земля. За период Великой Отечественной войны из Сокольского района было мобилизовано 6301 человек. Из них не вернулись 3194 человека. Погибло в боях 1239 человек. Погибло в плену 34 человека. Пропало без вести 1559 человек. Умерло от ран 362 человека. 22 июня 1941 года в 4 часа утра вдоль всей линии западных границ Советского Союза взвелись ракеты, загремели залпы артиллерийских орудий, танки, самолеты со свастикой на крыльях начали бомбить советские города и села. Так, без объявления войны, гитлеровская Германия напала на нашу родину. Началась Великая Отечественная война. Великая Отечественная война – это 1418 дней и ночей непрерывных сражений. Вся страна, армия и народ, тыл и фронт объединились под лозунгами «Смерть немецким оккупантам», «Все для фронта, все для победы». Страна превратилась в единый грозный военный лагерь. Суровая война требовала от каждого напряжения всех сил, воли и твердой веры в победу. Вставали все, кто мог держать в руках оружие, кто мог защищать родину. Вчерашние школьники осаждали военкоматы, просились на фронт, прибавляя себе год-два, и уходили, чтобы не вернуться. Была война,
война лютая и жестокая. И пусть на нашей Сокольской земле не рвались бомбы и снаряды, не занимались страшными пожарами деревни и села, не топтали гусеницами немецкие танки наши хлебные поля, не бродили по улицам отряды немецких карателей, но и здесь была своя, особая война, и в ней нужно было выстоять, выжить и победить. В первые дни войны в райвоенкомат стали поступать заявления от сокольчан об отправке их добровольцами на фронт и в народное ополчение. Из райкома партии их поступило 15, Кудрицкого сельсовета – 254. Многие девушки-комсомолки района ушли добровольцами на фронт. На музейной выставке «Зала боевой славы» есть раздел «Наши земляки на главных фронтах Великой Отечественной войны». Крепость герой Брест. Фашисты, вооруженные до зубов, вероломно без объявления войны, нанесли первый удар. Началась героическая оборона Бреста, которая продолжалась свыше месяца и явилась примером легендарной доблести и отваги советских патриотов. Несмотря на огромный перевес врага, герои-пограничники держались до последнего патрона, до последней гранаты, мужественно защищая каждую пять родной земли. О наших земляках, защищавших крепость герой Брест, на сегодня известны имена 11 сокольчан. 7 из них пропали без вести. Одной из самых героических и трагических страниц военной поры стала оборона Ленинграда, которая длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. 8 сентября 1941 года гитлеровцам удалось замкнуть блокадное кольцо вокруг Ленинграда. Началась блокада города, самая длительная и чудовищная в мировой истории. 872 дня и ночи длилась она. Гитлер рассчитывал на то, что с подчинением Ленинграда может наступить полная катастрофа. В осажденном городе погибло более 640 тысяч человек. Несмотря на тяжелое положение, город выстоял и победил. На прорыв блокады Ленинграда были мобилизованы военные отряды со всех концов Великой России. Больше всех погибло наших земляков на Ленинградском фронте и в боях по обороне блокадного Ленинграда. По неполным данным, по сведениям книги памяти, погибло 182 человека. На стенде вы видите фотопортреты сокольчан, которые воевали на Ленинградском фронте и вернулись на свою малую родину. После войны продолжали трудиться, восстанавливать народное хозяйство в послевоенный период. Среди них Гульнев Григорий Дмитриевич. Он ушел на фронт добровольцем, когда ему еще не исполнилось 18 лет. Участвовал в боях за освобождение Ленинграда, Украины, Польши. Долгожданную победу встретил в Берлине. Был участником военного парада в Москве в 1946 году. В суровом 1942 году Сокольская земля усыновила 200 осиротевших ребятишек из блокадного Ленинграда. Бывший детский дом на улице Заречная. В нем сейчас располагается музейное подразделение. Сокольчане приняли решение принять, встретить, приютить как родных маленьких сирот, эвакуированных из Ленинграда. Дети Ленинграда нашли на Сокольской земле второй дом. Спасать, помогать, выжить маленьким гражданам Ленинграда – это тоже труд. И его сокольчане выполнили с честью. Битва за Москву, которая началась в сентябре 1941 года, была одна из самых кровопролитных сражений времен Великой Отечественной войны. В октябре 1941 года столица была переведена в осадное положение. Весь народ поднялся на защиту Отечества. Воины не жалели жизни на полях сражений. Партизаны громили врага на оккупированной территории. В тылу люди день и ночь работали. В боях под Москвой участвовали и наши земляки. По неполным данным погиб 21 человек. В войсках противовоздушной обороны неба Москвы защищали Антонина Подольская, Мария Яголева, Софья Гончарова, Любовь Смирнова, Евгения Гусева, Надежда Масленникова, Валентина Цветкова, Екатерина Финагина и многие другие сокольчане. Самой старшей из них было тогда 20, самой младшей – 17.
одним из самых кровопролитных сражений была Сталинградская битва. Героическая оборона Сталинграда продолжалась 4 месяца. Враг рвался к Волге. Фашисты хотели выйти в южные районы нашей страны, захватить житницу России. В этот переломный момент, благодаря стойкости и мужеству войск нашей страны, враг был сломлен. Инициатива хода военных действий перешла в руки советской армии. Защитники Сталинграда были сильнее смерти. В зареве пожаров, в несмолкаемом грохоте взрывов они сражались за каждый дом, за каждый этаж целых 200 дней. И они победили. Победа советских войск на Волге стала решающим событием, которое изменило весь ход Великой Отечественной войны. В битве под Сталинградом принимали участие и погибли 77 человек с Сокольской земли. На выставке вы видите фотографии наших земляков, участников Сталинградской битвы. Среди них учителя Сокольского района. Шешин Борис Анатольевич, Лобанов Николай Иванович, Абрамов Константин Олимпиевич. Старшее поколение их помнит как добрых наставников, которые давали им тогда совсем еще юным путевки в жизнь. Сокольчане помнят Карпова Константина Дмитриевича, первого секретаря райкома партии, Шалову Александру Алексеевну, медсестру районной больницы и других, которые оставили яркий след на родной земле. Ключевым сражением Великой Отечественной войны стала Курская битва, которая, по мнению историков, явилась переломным моментом Великой Отечественной войны. Битва под Курском была одна из самых тяжелых. В сражениях на Курской дуге принимали участие более 6 тысяч танков. Фашисты хотели взять реванш за поражение под Сталинградом. И в июле 1943 года гитлеровские войска перешли в новое наступление. Во время сражений на Курской дуге у деревни Прохоровка произошло крупнейшее в истории танковое сражение. В бою сошлись по 800 танков с каждой стороны. На поле боя были лучшие танковые модели Второй мировой войны. Советский танк Т-34 схлестнулся с немецким «Тигром». В результате битвы на Курской дуге стратегическая инициатива окончательно перешла к Красной армии. Сражение закончилось полной победой советских танкистов. Наши земляки принимали участие в Курской битве. Среди них братья Коростелевы Сергей и Михаил, Грибов Алексей Тихонович, Катунцев Михаил Семенович, Ширяев Павел Матвеевич и другие. По данным книги памяти, в Курской битве погибли 14 сокольчан. Последний и решающий бой. Бои в Берлине, бои за Рейхстаг. По данным книги памяти, на пороге Дня Победы в боях на подступах к Берлину погибли 24 сокольчанина. Прошли дорогами войны и встретили долгожданную победу и наши земляки. Счастье, радость переполняло сердце всех, кто выстоял, победил и живым вернулся на родную землю. Мы гордимся своими земляками. Они мужественно воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Многие из них были награждены орденами и медалями, которые хранят как святыни их потомки. Один из разделов зала боевой славы посвящен солдатскому быту. Укрытием, убежищем и домом фронтовой жизни солдата была обычная землянка. Здесь мы видим вещевой мешок, котелок, фляжку, каску и пилотку, скромные освещение керосиновой лампы. На стене портрет Сталина и призывы разгромить, победить врага. Предметами военной поры, которые привлекают особое внимание посетителей, являются патефон, настольная скульптура Василий Теркин и трофейная гармошка. Под музыку, воспроизведенную на патефоне, танцевали вальсы, слушали любимые песни. Гармошка поднимала боевой дух солдата. Сокольская земля по праву гордится своими славными сынами, которые проявили мужество, стойкость и храбрость на фронтах Великой Отечественной войны. Хочется отметить, что в нашем районе 6 героев Советского Союза. Соколов Александр Николаевич, звание Героя Советского Союза, присвоено 21 марта 1945 года за мужество, стойкость и отвагу в боях за город Вильнюс и успешное форсирование реки Неман.
Петров Семен Иванович. Звание Героя Советского Союза присвоено 31 мая 1945 года за проявленные самоотверженность, мужество и героизм при выполнении ответственного боевого задания при форсировании реки Одер. Солодов Ефим Михайлович. Звание Героя Советского Союза присвоено 24 августа 1944 года за проявленные выдержку, мужество и героизм в бою на реке Турья. Кузнецов Григорий Дмитриевич. Звание Героя Советского Союза присвоено 3 июня 1944 года за мужество, героизм и отвагу при атаке опорного пункта фашистов, обеспечившего успешное наступление на врага за Днепром. Тюрин Александр Васильевич. Звание Героя Советского Союза присвоено 4 июня 1944 года за проявленные мужество, отвагу, героизм при взятии высоты у деревни Артюха, Белоруссии. Круглов Леонид Семенович. Звание Героя Советского Союза присвоено 29 июня 1945 года за проявленные смелость, отвагу, самоотверженность при выполнении боевого задания, обеспечившего высадку десанта в районе косы Фриш-Нерунг. В истории нашего края, связанной с Великой Отечественной войной, можно отметить наших земляков, генералов, которые прославили Сокольский край как отважные бойцы. Среди них генерал-майор Еремин Петр Иосифович, Ольнев Евгений Федорович, Чередилов Михаил Федорович. За боевые заслуги они награждены орденами и медалями. Эти люди заслужили нашу любовь, уважение и память. Их история и память о них сохраняется в нашем музее. Военные пути наших земляков-ветеранов пропахли порохом, овеяны ветрами и грозами. Наши земляки-солдаты, они освобождали нашу родину, освобождали и другие страны. Наши отцы, деды и прадеды достойно служили своей родине. Наша задача – сохранить память о тех, кто завоевал победу, кто не вернулся с полей сражений. Победа. Она ворвалась майским ветром в 45-м в каждый дом, постучала в каждое сердце человечье, наполнила души радостью долгожданного дня. И ликование людское доносится до нас и сегодня, и будет жить в веках в нашей памяти. Сегодня в нашей программе принимает участие председатель Совета депутатов городского округа Сокольский Владимир Геннадьевич Зимин, и я передаю ему слово. Дорогие ветераны и труженики тыла, позвольте поздравить вас с 75-й годовщиной Великой Победы. Чем дальше уходит в историю победный 1945 год, тем сильнее мы осознаем величие беспримерного подвига нашего народа-победителя, который через столетия будет ярким символом несгибаемого мужества и стойкости. В этот священный день мы низко склоняем голову перед светлой памятью погибших в жестоких боях, отстоявших свободу и независимость Родины. Их имена золотыми буквами навечно вписаны в героическую летопись грандиозной битвы с врагом. Искренней признательности и благодарности достойны труженики тыла. На заводах и фабриках, на колхозных полях они делали все, чтобы приблизить миг долгожданной победы. И в послевоенные годы на ваши плечи легла тяжелая ноша поднимать страну из руин, восстанавливать разрушенное врагом хозяйство. Благодаря самоотверженному труду старшего поколения наша Родина стала одной из ведущих держав мира. Крепкого вам здоровья, счастья и долгих лет жизни. Спасибо вам за теплые слова, Владимир Геннадьевич. Можно задать вам вопрос. Скажите, а кто в вашей семье принимал участие в Великой Отечественной войне или, может быть, трудились в тылу? В нашей семье принимали участие в Великой Отечественной войне дедушки по материнной и отцовской линии. Оба прошли Финскую войну, Великую Отечественную войну, получили ранения
были удостоены наград и умерли уже в мирное время. Я еще раз благодарю вас за то, что вы приняли участие в нашей программе. Для вас, наши дорогие земляки и ветераны, прозвучит песня в исполнении Галины Осиповой «Танго». Ночные поезда у полстанка напомнили сожженные мосты, и медленной, медленной танго откуда-то плывет из темноты, и чудится туманные котынки лицо твое склоненное ко мне, и кружится, и кружится. Наши предки, уходящие в пламя войны. Не ошибусь, если скажу, что у каждого была мечта вернуться к своим детям, женам, родителям. Не всем было суждено выжить на полях сражений. Но так хочется верить, что ушедшие от нас сегодня рядом. Их души летают над Россией и вместе с нами празднуют Великий День Победы. А наш марафон победы продолжают сотрудники библиотечной системы нашего района. В фондах наших библиотек множество документальных и художественных книг о тех нелегких военных годах. Благодаря книгам мы помним, как тяжек был путь к победе, какой ценой завоевано счастье. На днях завершилась общерайонная мультимедийная акция «Знаем, помним, гордимся».
Давайте узнаем о ней поподробнее. На земле Сокольской не выли сирены, не рвались бомбы и снаряды. Но беда вошла в каждый дом. На фронт уходили и уходили сокольчане. Уходили каждый день. Защитники отчизны с волжских берегов. Они стреляли из снайперских винтовок, водили танки, ходили в разведку, воевали снайперами, водителями, минометчиками, возводили мосты, сражались с бандеровцами. И им, нашим землякам, погибшим и вернувшимся назад с фронтов Великой Отечественной войны, в год памяти и славы мы посвящаем фильм «Знаем, помним, гордимся». В создании фильма были использованы ролики с воспоминаниями сокольчан о своих родных и близких, в жизнь которых ворвалась жестокая война. Уважаемые зрители, не судите нас строго. Видеосъемка велась не профессионалами, а любителями. Да это и не важно. Главное – увековечить память, отдать дань уважения, помнить и гордиться. Париков Андрей Михайлович. Мой папа. В начале войны ему исполнилось всего 17 лет. И уже через год он познал ратный путь бойца. Попал Андрей Михайлович на финскую границу, в учебный батальон, где готовились саперов. Познавали тайны боевых операций. Учились вести бой, закладывать и обезвреживать мины. Жили в землянках. Проходили на лыжах до 50 километров в день. На привалах учились стрелять из винтовок и пулеметов. Потом была передовая. Бои шли тяжелые. Немцы рвались к городу день и ночь. Но Ленинград стоял, не сдавался. На себе испытал Андрей Михайлович, что такое блокада. Голод, холод, смерть. В одном из боев красноармеец Париков, стрелок 918-го саперного полка, был ранен. Лечился в полевом госпитале. Ранение было легкое. Вылечился быстро и через месяц опять передовая. Снова бои, переходы, свист пуль над головой, окопы, землянки. Один бой запомнился особенно. Наша армия была сильна и уже перешла в наступление. Всюду рвались снаряды, свистели пули. Враг не хотел отступать. Папа был у пулемета, а снаряды ему подносил мальчишка лет 13. Вдруг земля вздрогнула. Вблизи так рвануло, что пулемет замолчал, а бойцов отбросило на несколько метров. Когда очнулись, стояла тишина. Красноармеец Париков был контужен. Шел 1943 год. И снова госпиталь. Длительное лечение. Андрей Михайлович был награжден первой медалью за оборону Ленинграда. С начала 1944 года началось общее наступление. Наши войска двинулись на запад. Долгожданную победу папа встретил в Эстонии, будучи бойцом 23-й армии 10-й краснознаменной стрелковой дивизии 62-го полка. Победа над Германией еще не означала для солдат возвращения домой. Командование решило перебросить часть армии на восток для разгрома японской армии. Среди них был и мой папа. Лишь в 1946 году он вернулся домой. Командование наградило его медалью за боевые заслуги, медалью за победу над Германией в Великой Отечественной войне. Папа не любил вспоминать об ужасах той проклятой войны. Говорил, что все хлебнули сполна.
и смахивал украдкой набежавшую слезу. Я Корчагин Кирилл, прапраправнук героя Советского Союза Круглова Леонида Семеновича. Он родился в 1916 году, проживал в деревне Жулиха Сокольского района и все свое детство провел на реке Волга. Я к Волге в рассветном тумане, сбегая знакомой тропой. Есть хлеба, краюшка в кармане, в руке удилище дугой. Счастливое детство, учеба, работа, служба в армии. И вдруг... Тот самый длинный день в году с его безоблачной погодой принес нам общую беду на всех, на все 4 года. Мой прапрапрадедушка Круглов Леонид Семенович, едва вернувшись с действительной службы, прошел курсы и получил звание младшего лейтенанта, поступил в ряды защитников Родины и был отправлен на Западный фронт. Круглов Леонид Семенович был 4 ранен. За доблесть и мужество был награжден 3 орденами. Особый героизм проявил Круглов в завершающем этапе войны, в разгроме, в боях по разгрому врага в Восточной Пруссии всего за несколько дней до победы. В одном из боев батальона, которым командовал Круглов, было поручено нанести неожиданный удар с моря, чтобы освободить плацдарм для высадки десанта. Взревели моторы, головной катер понесся к песчаной косе. Слева и справа поднимались фонтаны разрывов. Катер сходу уткнулся в отмель. «Вперед!» — скомандовал Круглов, и первый спрыгнул в воду, увлекая своих подчиненных. Через несколько минут бой продолжался в траншеях. До подхода других катеров Круглов отбил 7 яростных контратак и лично уничтожил около 40 вражеских солдат и офицеров. За образцовое выполнение всех заданий старшему лейтенанту Круглову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Круглов принимал участие в победном параде 1945 года и продолжал служить в армии до 1956 года. После мобилизации Круглов вернулся на родную Сокольскую землю, где с достоинством провел свою жизнь в совхозе «Гарский». Сначала он был заместителем председателя, а затем секретарем партийной организации. В нашей семье свято чтут память Круглова Леонида Семеновича, а я горжусь тем, что я его потомок. Среди прошедших войну и вложивших частичку своего участия в победу был и мой прадедушка Гостилов Николай Семенович. Он родился 21 декабря 1926 года в деревне Зеленки Юрьевецкого района Ивановской области. В 1941 году, когда началась Великая Отечественная война, ему было всего 15 лет. В январе 1944 года, когда ему уже исполнилось 17 лет, прадедушка был зачислен в учебный стрелковый полк курсантов. В июле 1944 года он был переведен в учебный танковый полк, а уже с января 1945 года принимал участие в боях в составе 13-го танкового полка. Мой прадедушка был заряжающим. Его воинское звание – младший сержант. Он был командиром отделения. В апреле 1945 года со своим полком он принял участие в штурме города-крепости Кёнигсберг. По воспоминаниям моего прадедушки, советским войскам пришлось столкнуться с большими трудностями при освобождении города. Немцы сделали из Кёнигсберга настоящую крепость. Они укрепляли многочисленные форты на подступах к городу. Все предместья были опутаны рядами траншеи, колючей проволокой, нашпигованы дотами и дзотами, а дороги были заминированы. Улицы города были перекрыты баррикадами, подступы к ним прикрывали минные поля и проволочные заграждения. «Сквозь смотровые щели ничего не было видно», — говорила прадедушка. «Город заволокло густым дымом, пылью, огнем
Если в поле зрения попадал крест, намалеванный на броне немецкого танка, то тут же стреляли. Прадедушка не любил рассказывать о войне. Говорил, было тяжело и страшно. За участие в героическом штурме и взятии города Кёнигсберга ему была вручена медаль за взятие Кёнигсберга. А также ему была вручена медаль за отвагу. К счастью, мой прадедушка вернулся с фронта живым. Хотя 9 мая война для него не закончилась. А еще до 1950 года он служил в воинской части шофера. После службы он женился. Переехали в Сокольское. И там он работал водителем сначала в военкомате, а потом в ветлечебнице. Но здоровье, к сожалению, было подорвано войной. И 5 января 1991 года он умер. Невозможно забыть людей, которые прошли настолько сложный путь для того, чтобы освободить нашу страну от фашистов. И чтобы мы жили в счастливом мире. Пусть война не напоминает о себе никогда. Светлая память моему прадедушке Костееву Николаю Семеновичу и всем героям, которые защищали нашу страну. Героизм советского народа – вот что явилось одним из важнейших условий разгрома фашистской Германии. Советский народ принес на алтарь победы 27 миллионов человеческих жизней. Это мы всегда будем помнить в своих мыслях, в своих сердцах. Учреждение всего городского округа Сокольский принимает активное участие в мероприятиях, посвященных Году памяти и славы. И сейчас я хочу передать слово заместителю главы администрации по социальной политике городского округа Сокольский Александру Михайловичу Сазонову. Дорогие друзья, уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и дорогие земляки, пользуясь случаем, разрешите вас поздравить с 75-й годовщиной Великой Победы. Я считаю этот день самым главным праздником в истории нашей страны.
важно помнить эту дату не только настоящему поколению, но и будущим потомкам. Хочется пожелать всем крепкого здоровья, счастья и мирного неба над головой. Большое спасибо, Александр Михайлович. Разрешите задать вам вопрос. А какие же мероприятия в рамках празднования 75-й годовщины Победы проводились в нашем городском округе? Ежегодно в городском округе главой местного управления утверждается план совместных мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Великой Победы всех учреждений городского округа. Многие мероприятия уже состоялись, но, к большому сожалению, сложная эпидемиологическая ситуация внесла свои коррективы в этот план. Всем ветеранам и труженикам тыла были вручены памятные юбилейные медали, состоялась акция «Блокада Ленинград». Дистанционно, благодаря слаженной работе сотрудников культуры, образования, ветеранских организаций, состоялись встречи, конкурсы, акции, флешмобы. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех людей, кто в это непростое время делает все возможное, чтобы оставить память об этом дне в наших сердцах. Скажите, а в вашей семье были участники войны? Расскажите нам об этом. Да, нашу семью тоже война не обошла. Мой дед Сазонов Федор Александрович погиб в 44-м году. Мой дядя, который также в первом бою упал смертью храбрых, ему было всего лишь 18 лет, и погиб он при форсировании Днепра. И каждый раз, рассказывая своим детям, я со слезами на глазах вспоминаю рассказ моего отца. И надеюсь, мои дети также будут передавать эти истории своим детям. И память будет жить вечно. Александр Михайлович, мы вас благодарим за интересное интервью. А для всех звучит песня в исполнении Юрия Белоглазова «Тишина». Если бы не мой дед, не его побед цвет, то какой бы знали мы страну, мы бы ее не знали. Если бы не мой дед, не его мечты и след, мы с тобой под солнцем этих лет даже не мечтали. Береги в стране тишину, помни страшную войну, нам уже такую весну солнце не рассветит. И за новых снов тишину, мы с тобой в ответе. Тишина в звездах, тишина улиц, в тишине воздух, ветры уснули, а молодым до утра не до сна. В тишине губы, в тишине судьбы, и поклон деду за победу, далеко страх и война, тишина. По себе мой милый дед. На кухне наши разговоры, у мамы в кушке, шахтерской каске, пенагон, яркий свет, рыбалка, волка, детский чай в алюминиевой кружке. Твой старый дом, чердак и наш любимый сад, на пыльных полочках по запах твоих наград. За каждым орденом медалью, за каждой звездой победа, смерть и год героев кровь, за наш покой. Береги в стране тишину, помни страшную войну, нам уже какую весну солнце мир светит. И за новый снов тишину, мы с тобой в ответе. Тишина в звездах, тишина улиц, в тишине воздух, ветры уснули, а молодым до утра не до сна. В тишине губы, в тишине судьбы, и поклон деду за победу, далеко страх и война, тишина. Если бы не мой дед, не его побед свет, что пришли с высокнятый рассвет, облака и стали. Огонь военных лет, все его медали.
музыки, звуки, чистота перцы, и до утра спит спокойно страна. Тишина в небе, звезд перламутром, тишина в небе, солнечным утром. За каждый рассвет спасибо тебе, тишина. Тишина в звездах, тишина улиц, в тишине воздух. Ветры уснули, а молодым до утра не до сна. В тишине губы, в тишине судьбы, и поклон деду за победу. Далеко страх и война, тишина. Далеко страх и война, тишина. За каждый рассвет спасибо, дед. Тишина, тишина. За каждый рассвет спасибо, дед. Тишина. Дней войны женщины, старики, школьники напряженно работали на полях района, выращивали и собирали урожай для армии, промышленных центров страны, заменив ушедших на фронт мужчин. Было трудно в годы войны, но у людей было одно желание – помочь фронту скорее разгромить фашистов, чтобы радостно встретить День Победы. И вот сегодня мы все вместе отмечаем уже 75-й юбилей этой великой победы. Но память об этом времени мы как достойные потомки должны хранить. Сегодня сотрудники Сокольского народного краеведческого музея расскажут нам о сокольских работниках тыла в годы Великой Отечественной войны. В Сокольском районе в первые дни войны была разработана программа мобилизации всех сил на сражение с врагом. Состоялся пленум райкома, на котором выступил первый секретарь с докладом о военном положении в стране. В борьбе с фашистами принимали участие не только воинские соединения, но и труженики тыла. В самом начале войны стихийно, а затем организованно началось снесение средств в фонд обороны, сбор теплых вещей. Не угаснет народной памяти инициатива колхозников колхоза имени Ворошилова, председатель Матрена Федоровна Голубева. Здесь собирали деньги на строительство боевого самолета. Он участвовал во многих сражениях. Колхозники получили благодарственное письмо от Сталина. Колхозы района значительно увеличили снабжение фронта и страны продовольствием, а промышленность сырьем. Война показала крепость колхоза и его людей, каждого в отдельности. Труженики военных полей трудовой доблестью напоминали героев фронта. Жила в них та же самоотверженность, неукротимое желание сделать на своем участке все возможное для победы. Сокольская судоверфь перестроилась на выпуск продукции, необходимой фронту. В цехах предприятия изготовлялись аросани, волокуши для транспортировки раненых, понтоны для мостов, а со стапелей спускались на воду тысячетонные баржи для перевозки снарядов, мин, боевой техники. При судоверфи была организована школа фабрично-заводского обучения, которая готовила судовых плотников, шпаклевщиков, слесарей, столяров, кузнецов. Школу ФЗО окончили сотни молодых рабочих. Одни из них, покинув родную судоверфь, получили направление на корабли морского и речного флота, другие сменили рабочую одежду на солдатскую шинель. За 5 лет существования школа выпустила 1000 новых рабочих этих специальностей. Они работали на многих судах морского и речного флота. Часть из них осталась в родной судоверфи. В 1941 году в школе ФЗО занималось более 100 человек из Сокольского, Пучевского, Лухского и Макаревского районов.
Согласно приказу Сталина, на предприятиях и в организациях была введена форма. Служащие судоверфи получили ее к зиме 1941 года. Бушлаты, тельняшки, парадную и повседневную формы шили на заказ. Бухгалтерия судоверфи внешне изменилась. На погонах появились старшинские знаки различия. Форма была красивой, но надевать ее приходилось мало. Нередко, надев фуфайки, сотрудники управления трудились в цехах судоверфи. Все школы района в годы войны работали. Ушедших на фронт мужчин-учителей заменили женщины. В школах из-за нехватки кадров уплотнились классы. Учителя вели занятия одновременно с несколькими классами или организовывали работу школ в две смены, а работающая молодежь обучалась в третью смену. Не хватало учебников, письменных принадлежностей, бумаги, керосина, ламп, топлива. Трудно было организовать питание школьников, но все эти проблемы, хотя и не сразу, но решались. Школьники старались учиться лучше, отстающих во время войны не было. Хорошая успеваемость считалась вкладом в дело разгрома врага, и было стыдно получить плохие оценки. Дисциплина была на высоте. Старались не терять времени на замечания. Главный труд для детей считалась учеба. Подростки в военное время работали наравне со взрослыми. Старшие подавали пример и обучали тонкостям труда младших. Школьники в каникулы и в свободное от учебы время тоже выполняли посильную работу. Пасли скот, пололи огороды, очищали от сорняков картофельные и льняные поля, подбирали оставшиеся в поле колоски и клубни, сушили сено, помогали родителям вести домашнее хозяйство. Дети осознавали тяжелое положение и старались во всем помогать взрослым, иначе не выжить. Швейные артели Сокольского района шили одежду, маскировочные халаты для военнослужащих, чехлы для танков и пушек. Многие молодые женщины и девушки окончили курсы медсестер и трактористов. Одни из них работали в полях за штурвалами тракторов вместо ушедших на фронт мужчин, другие ушли на фронт спасать раненых бойцов. Нам известны некоторые имена передовых женщин-трактористов военного времени. Среди них Марусина Анна, Цветкова Анна, Ильичева Лидия, Липина Екатерина, Семенова Клавдия, Осипова Мария, Решетова Клавдия, Городничная Екатерина и другие. Многие труженики тыла трудились на заготовке и сплаве леса. В свободное время женщины вязали теплые вещи и отправляли их на фронт. Шла война, и хотя на нашей земле не было военных действий, Сокольский район готовился к обороне. Рыли траншеи, противотанковые рвы и ставили ограждения. Этот героизм на фронте и в тылу, и бескорыстная помощь населения, и многое другое, что делалось всем советским народом, а также сокольчанами, привели к разгрому фашизма. Дорогие друзья! В связи с карантином мы вынуждены общаться с вами удаленно. В мае этого года в музейном подразделении на улице Заречная будет открыта экспозиция «По волнам истории Сокольской судоверфи», которую вы можете посмотреть в онлайн и на сайте Сокольского народного краеведческого музея. Всем добра, здоровья, счастья, мирного неба. До новых встреч! Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях председатель Сокольской районной организации, Нижегородской областной общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Татьяна Ивановна Подольская. И я с удовольствием передаю ей слово. Районный совет ветеранов поздравляет сокольчан с большим юбилейным праздником. Особые слова поздравления и благодарности – выражаем нашим ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, детям войны. Для вас День Победы – самое главное событие в жизни. Вы были участниками и свидетелями подвига советских людей, которые защищали свою родину, свою семью. Вы на себе испытали все ужасы и тяготы этой военной поры. И сегодня вы для всех достойный пример мужества, стойкости и большой веры в победу. Бодрости вам, дорогие ветераны, крепкого здоровья
и долгих лет жизни. А сокольчан мы приглашаем принять участие в акции «Свеча памяти». 9 мая в 21 час в окнах наших домов давайте зажжем свечи в память о всех героях Великой Отечественной войны. Большое спасибо, Татьяна Ивановна. Скажите, членами вашей общественной организации ведется большая воспитательная работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Вы много участвуете в общественной работе, поддерживаете все новые проекты, которые реализуются на территории нашего района. Скажите, как вам все это удается успевать? Вы знаете, я по жизни стараюсь идти в ногу со временем. Мне нравится познавать новое, общаться с интересными людьми, решать поставленные перед собой задачи. Ну и для меня, наверное, главное – это быть в курсе окружающих событий. Сегодня многие сокольчане-пенсионеры ведут активный образ жизни, занимаются в группах здоровья при ФОКе «Сокол», проявляют свое творчество и таланты в коллективах художественной самодеятельности. Интересно проводят свой досуг в ветеранских клубах. И действительно, они активно участвуют в обсуждении проектов по благоустройству нашего родного района. И первичные организации сегодня организуют работу так, чтобы как можно больше вовлечь наших ветеранов, всех, кто ушел на заслуженный отдых, чтобы они не скучали дома, а вели действительно активный образ жизни. И второй вопрос. В нашем районе завершается работа над книгой о почетных гражданах городского округа. Вы и члены ветеранской организации были инициаторами создания данной книги. Расскажите немного нам об этой инициативе. Да, действительно. Инициатором создания этой книги явились члены районного совета ветеранов. Мы считаем, что это очень важно, чтобы наши сокольчане чтили память наших участников Великой Отечественной войны земляков и хорошо знали всех тех, кто внесли большой вклад в развитие и процветание нашего Сокольского района. Это учителя, врачи, работники сельского хозяйства, руководители учреждений, предприятий, творческие работники. Сегодня 38 граждан являются гордостью нашего района. И мы считаем, что эта книга будет хорошим памятным подарком и для родственников этих почетных граждан. Ну и в первую очередь, она будет настольной книгой для нашего подрастающего поколения, учеников школ, студентов техникума. Члены Совета ветеранов собирали материал о почетных гражданах, встречались с родственниками, сверяли сведения в архиве, в ЗАГСе. Нашу инициативу поддержали творческие работники культуры, сотрудники библиотеки, музея. Администрация выделила денежную сумму для издания этой книги. И мы надеемся, что эта книга будет хорошим подарком и в преддверии 85-летия создания нашего района, которое мы отмечаем в этом году. Большое спасибо. Мы благодарим вас, Татьяна Ивановна. Благодарим за то, что откликнулись на просьбу принять участие в нашем марафоне. Для всех наших зрителей звучит песня в исполнении Анастасии Кановой. Знай, и после войны
сдавайся. За свою многовековую историю наш народ выдержал немало испытаний. Однако Великая Отечественная война по своим масштабам, напряженности, жертвам, потерям и разрушениям не имела себе равных в прошлом. И тем весомее наша победа. Сегодня мы склоняем головы перед теми, кто во имя свободы, во имя будущих поколений героически сражался на фронтах Великой Отечественной и трудился в тылу. Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, вы – наша живая история, вы – наше богатство и гордость. И сегодня свои слова поздравления вам адресует председатель местного отделения Российского союза ветеранов Афганистана Николай Борисович Винокуров. Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, уважаемые сокольчане, День Победы остается особым праздником в истории не только нашей страны, но и всего человечества. Это и слезы радости от величия торжества над жестоким и коварным врагом, и слезы скорби о павших на полях сражений. Поколения наших отцов и дедов героически воевали и самоотверженно трудились, чтобы сделать нашу Родину свободной страной и великой державой. Чем дальше от нас победный май 45-го года, тем глубже мы осознаем величие подвига советского солдата и воссоздаем дань памяти всем, кто честно и мужественно выполнил свой долг на фронте и в тылу. Мы вновь и вновь говорим слова особой благодарности воинам-освободителям и труженикам тыла за стойкость и самоотверженность в борьбе с фашизмом. Мы, участники боевых действий в локальных конфликтах, выполняя свой служебный и воинский долг, постоянно равнялись на героизм наших уважаемых ветеранов. Участники афганской и чеченской войн – это молодежь, воспитанная на подвигах наших отцов и дедов. Благодаря этому мы с честью пронесли высокое звание русского солдата и с достоинством являемся продолжателями традиций ветеранов Великой Отечественной войны. В этот знаменательный и светлый день я поздравляю всех сокольчан с праздником 75-й годовщиной Великой Победы. Я желаю здоровья, благополучия и мирного безоблачного неба вам и вашим близким. Большое спасибо, Николай Борисович. Скажите, сегодня очень важно, чтобы молодое поколение стремилось стать интеллектуально и духовно развитым, любящим свою родину, свой край, который знает и почитает традиции наших дедов и прадедов. А что же для вас значит патриотизм? Патриотизм – это нравственное убеждение каждого человека, в основе которого лежит любовь к родине, к народу, к традициям, к истории, к культурным ценностям. Защита государства тоже является патриотизмом каждого человека. Мы благодарим Николая Борисовича. И вновь песня в нашей программе. Ее исполнит для вас Андрей Бородавкин. Звучат молитвы в тишине. Свечи тихо воском плачут.
сердце стонет все сильней. Ведь все могло бы быть иначе. А у Христа рыдает мать, и мир на части осыпался, и сына больше не встречать. Он на войне навек остался. Скажите, люди, зачем? Столько
Война долгим эхом до сих пор отзывается в книгах, фильмах, песнях и, конечно, стихах. Наши сокольские поэты немало строк посвятили этой теме. Библиотечные работники представляют нам итоги общерайонного поэтического десанта 2020 «Поэзия, опаленная войной». Девятое мая. Этот день всегда будет святым днем для нашего народа. Годы сгладили великую беду, но время не властно человеческой памятью, которая так естественно передается из поколения в поколение, от отцов к детям, от детей к внукам. Мы живем и опять встречаем весну, а память о наших земляках, запечатленная в поэтических строках сокольских поэтов, это свое, незабываемое, неподражаемое. Нежданная нагрянула, свалилась беда, из-за границ нахлынула фашистская орда. Тебе исполнилось 17, весною школу ты кончал. Война нагрянула внезапно, и прерван был твой школьный бал. Военкомат, родных рыданье, и ветра жар, и солнца пыл. Я не на первое свидание на фронт из детства уходил. Война нагрянула внезапно, как гром средь голубого дня. Ушел супруг на подвиг ратный, осталась женщина одна. А сама с утра до ночи в поле в тяжкий труд бабу немец вогнал. Повторилась крестьянская доля, что великий Некрасов писал. Чернела от потерь невоспалимых, рыдала горько и почти без слез. Но в тот суровый год в наш край родимый дедумовских детей привез обоз. И опять много в поле трудилась. Видно, ангел нас всех сберегал. Семилетняя дочка с ребенком водилась. Пятилетний ей брат помогал. Мы дети суровой военной поры. Тогда нам нелегкая выпала доля. Ведь вместо всех чувств безмятежной игры вкусили сполна мы печали и горя. Ох, дети войны, у вас не было детства. Вы взрослыми стали уже 8 лет. В цехах, на заводах, на фабриках ткацких трудились на равных подросток и дед. И где бы ни были мы, где бы, для нас всегда был фронтом тыл. Нет, я тогда солдатом не был. А впрочем, может быть, и был. Тянулись дни, недели, военные года. Под бомбами горели деревни, города. Вы тогда, девчонка молодая, с санитарной сумкой на плече раненых солдат в боях спасая, забывали думать о себе. Нам было трудно воевать с превосходящей силою, но мы сказали, не сдадим свою столицу милую. На ком война поставит злую точку, никто из нас не знает наперед. Кому от смерти получить отсрочку, кому у жизни получить расчет. Похоронные были не редкость, сколько их породила война. Лишь вчера прочитала соседке, а теперь получила сама. Война взяла сынов и мужа, в груди осталась только стужа. Она и не мать, ни жена, ей больше нечего отдать.
Война закончилась весною, пороховой растаял дым. Не плачу я над той вдовою, я низко кланяюсь всем гибнувшим. Одолели врага, извели супостата, торжество победителей не позабыть. Значит, в родину мать люди верили свято, значит, было и есть, что беречь и любить. Давно закончилась война, но деду эта пыткой стала. Душа утратами полна, а тело тягостью металла. Они ушли из жизни рано, не домечтав, не долюбив. И у подножья обелиска стоим мы, голову склонив. Не забывайте, люди, о войне, о наших дедах, в ту войну погибших. Они сложили головы свои, спасая нас от варваров фашистских. Не забывайте, люди, о войне. А сегодня всем, как свет, нам надо, чтоб не повторилась та война, и для мирной жизни, как награда, наступала майская весна. Хоть друзей хоронил,
день войны глава Православной Церкви в России, митрополит Московский и Коломенский Сергий, обратился к пастырям и верующим со своим посланием, в котором благословил всех православных на защиту священных границ нашей Родины. Русская Православная Церковь словом и делом помогала своему народу, неся весомый вклад в общее дело победы над грозным врагом. А сегодня у нас в гостях настоятель храма иконы Божией Матери всех скорбящих радости иерей Олег Лукьянов. Дорогие ветераны, дорогие труженики тыла, поздравляю вас с наступающим праздником 9 мая. И, конечно, хочу сказать такие слова благодарности в ваш адрес за то, что вы дали нам возможность сегодня видеть голубое мирное небо. Вы дали нам возможность иметь своих детей, потому что то, что происходило в те дни, было очень трагично. Потому что все, что было запланировано Германией, это было уничтожение не только нашего народа, а других народов, которые жили на этой земле. И, конечно, наш народ, поднявшись на эту войну, отдал многие жизни, отдал много трудов для того, чтобы победить этого злейшего и очень сильного врага. Конечно, в этой победе также участвовала Православная Церковь. Она поднимала и вдохновляла народ на борьбу. Она помогала и финансово. Но самый главный момент, то, что сделала Православная Церковь, это поднимала дух солдат. Потому что как бы ни был солдат физически силен, он все равно должен иметь дух. И этот дух как раз и побеждает, и дает силы физическому настроенному солдату. Потому что многие не знают о том, что Великая Германия, она воевала не только силой, но она воевала и на духовном плане. И наш народ должен был сопоставить этому через веру православную. Конечно, много священников выходили на фронта. Много после войны люди становились и монахами, и священниками. Это говорило о том, что эта война вдохновляла людей на победу. И Господь дал победу именно как раз на светлый праздник Пасха. Это говорит о том, что Господь был с нашим народом. О том говорит о том, что люди помнили и возвращались в храмы, как бы не было трудно в эти дни. И в исторических книгах, в исторических моментах показывают о том, что люди находились в храмах, и эти храмы были полные. И молитва возносилась за победу наших солдат, за укрепление духа тех людей, которые трудились и в тылу, чтобы им хватало сил создавать оружие для борьбы с врагом. Но, конечно, есть и великий праведник, который сейчас причислен к лику святых, Серафим Вырицкий, который молился за победу наших солдат и отдавал много сил и повторил подвиг Серафима Саровского, который простоял на камне 1000 дней и 1000 ночей. И одно из видений его послушницы было то, что когда он молился, германский солдат убегал от границ Ленинграда. И после этого видения блокада была снята. Конечно, хочу пожелать нашим ветеранам многое лето. Хочу пожелать, чтобы мы про них вспоминали не только в этот день, а вспоминали во все дни, каждый день. Делали им добро, помогали им в трудные минуты и всегда чтили их память, как живых, так и усопших. И хотелось бы, чтобы наши дети, наши внуки и правнуки на вашем примере также подражали, также были храбры и сильны и любили свою родину. И если надо было бы, да, отдали бы свою жизнь за свою страну. Ну и усопшим, которых нет уже с нами, хочу, чтобы им Господь помянул во Царстве Своем и дал им многое, и дал им вечную жизнь во своем Царстве. С праздником, многое лето! Большое спасибо за поздравления. Ну а нашу программу продолжают педагоги детской музыкальной школы.
Как раз кудрявый листой.
землянка молдаванка по тропинке в лес ушла. Дом обиду я увидел, что меня не позвала. А смуглянки молдаванки часто думал по ночам. Но свою смуглянку я в отряде повстречал. Раз кудрявый клён, зелёный лист резной, здесь углённо мы расстанемся с тобой. Клён зелёный, да клён кудрявый, да раз кудрявый зной. Раз кудрявый клён, зелёный лист резной, я влюблённый и смущён пред тобой. Клён зелёный, да клён кудрявый, да раз кудрявый зной. Раз кудрявый клён, зелёный лист резной, я влюблённый и смущён пред тобой. Клён зелёный, да клён кудрявый, да раз кудрявый зной. Thank you.
Сегодня вся страна отмечает большую дату – 75 лет Великой Победы. Отпраздновать ее достойно – задача не из легких. Но сделать праздник масштабным, незабываемым – очень важно. Это нужно не мертвым, это нужно живым. Так писала поэтесса Анна Ахматова. Необходимо поклониться ветеранам, которые уходят. Необходимо тем, кто хранит в сердце память родных, о безызвестных героях. Это необходимо молодым и совсем юным жителям нашей страны, чтобы никогда не терялась связь поколений. Дети, подростки, молодежь нашего округа принимали активное участие во всех акциях, онлайн-проектах, посвященных Году памяти и славы. Итоги мероприятий нам представляет отдел молодежи и отдел по работе с детьми районного дома культуры. Летней ночью на рассвете Гитлер дал войскам приказ и послал солдат немецких против всех людей советских. Они за кустами, они за камнями, и крикнул девушка: «Родина с нами!» И все побежали навстречу врагу, и стали гранаты бросать на бегу. Все, войны пройдешь, еще поймешь порой, как хлеб хорош, и как хорош глоток воды сырой. Снаряды летали и взрывались, смешалась с кровью черная земля. Была семья, был дом. Теперь остались совсем одни на свете, ты и я. Ты слышишь, Миш? Гроба и ворона в селе разрушенном дотла стоит зажмуренный ребенок, последний гражданин села. Испуганный котенок белый, обломок печки и трубы, и это все, что уцелело от прежней жизни. И в лесах врагам спасения нет. Летят советские гранаты, и командир кричит им вслед: «Громи захватчиков, ребят!» Красавский замер, ведь ты лежишь, а на пружине мне белый, а я должна приросшие бинты с него сорвать одним движением смелым, одним движением. Вот хоть и вынесла она потом, считать не думала девчонка, милая, зимой тебе поклон от спасенных. Вот где нам посчастливилось родиться, где на всю жизнь то смелки мы нашли, ту кол семьи, которая потеряла. Нашумели ордена, медали, выправка военная и стать. Только деток руки не держали, не успела деток наряжать. День Победы, майский праздник, отвечает вся страна. Наши деды надевают боевые ордена, и с утра зовет дорога на торжественный парад. Победа пришла в 45-м году, вечернее небо, победы салют. Солдаты России наш дом берегут. Я вырасту, детям своим расскажу, как прадеды их защищали страну. Thank you.
Дорогие друзья, наш праздничный марафон Победы продолжается. Мы благодарим всех, кто внес свой вклад в подготовку нашей программы. Мы сделали это вместе, потому что мы самый сплоченный народ в мире. Мы единое целое. С праздником вас! С Днем Великой Победы! Солнце светило окно на всех, верили в дружбу без лишних фраз, и за мечтой стремились вверх. Люди придумали счастье запреты, ветер замедлил судьбы и на лету, и расчертил на границе большую любовь. Мы единое цель. Пройдена, никем на свете неделима. Мы единое целое, и все, кто верит и верует, пройдем угрозы и молнии легко и незримо. Мы просыпались под птичий гам и не ковали дождем весной. Мы разлетались по городам, но возвращались всегда домой. Люди придумали счастью запреты, ветер замедлил судьбы киноленту и расчертил на границе большую любовь. Мы единое целое, и дождь, и облако белое, и все, что против закройдено, нигде на свете неделимо. Мы единое целое, и все, кто верит и верует, пройдем угрозы и молнии легко и незримо. Единое целое, и дождь, и облако белое, и все, что прожито, пройдено, нигде на свете неделимо. Мы единое целое, и все, кто верит и верует, пройдем сквозь розы и молнии легко. We'll be right back.